нас раскопки. Можем даже записать обращение. Я вот на фоне этого. У нас сегодня на море совсем не купательная погода. Еще к нам приехал бабуля, поэтому в первый же день поехали в ванну, чтобы не терять времени, потому что времени до отъезда осталось немного. Поэтому у нас такой комбинированный культурно-шоппинговый день, да, Андрюх? Андрюшке закупаем шмотки к учебе. Вот. Ну, остальные там тоже что-то покупают. Вот, так что мы сегодня гуляем, расслабляемся. Вроде сегодня не жарко, можно даже в штанах походить. Вот, и гуляем по старому городу в центре. Драматический театр, Андрюх, представление. Это нечто типа нашего Арбата. Пешеходная улица со старыми домиками. Да? Интересно, что здесь казино до сих пор законное. Везде реклама казино, ставок, всего чего угодно. Видимо, сейчас Болгария переживает то же самое, что у нас было где-то в начале 2000-х. Засилие рекламы и все даже более-менее приличные домики завешены всякой шляпой. У нас вроде бы это немножко перебороли и сейчас порядок навели. А здесь полный бардак. Вот классный дом, да, Андрюх? Старинный какой-то. Какая-то угловая башенка симпатичная. Ой, чайка, чайка. Чайка. Чайки в городе. Жирные. Смотри, Андрюх, какая комната у кого-то, да? Да, кстати, большие проблемы с парковкой в этом городе, поскольку платных парковок нет, а бесплатные они как бы забиты, и народ тупо не может разъехаться. Мы наблюдаем вот такую вот картину, когда машина тупо не вписывается в поворот. Смотри, какое дерево, Андрюх. Иди встань рядышком, чтобы видно было, какого оно размера. Ава.